Всем привет! Сегодня я буду менять покрышку на своей Кавасаки. Мне потребуется снять колесо. И хочу отметить, что это довольно-таки легко, и с этим может справиться даже девушка. Ну что, начнем? Нам потребуется поставить мотоцикл на подкат, чтобы снять колесо. Для этого мотоцикл должен стоять прямо. В принципе, с этим действительно может справиться девушка. Так, далее нам нужно открутить слайдеры. Они у меня, кстати, легко откручиваются. Они у меня на резьбе. Аккуратненько, чтобы не повредить резьбу. Сняли второй слайдер. Так, как вы видите, это может сделать девушка. Сейчас. В принципе, один человек с этим справится. Смотрите и учитесь. Ладно. Не очень удобная позиция. Слайдеры с оси, и сейчас мы будем снимать суппорта. Раз дощечку, два дощечку, будет лесенка. Раз словечку, два словечку, будет песенка. Вместе весело шагать. Слышь, я погнал. Чё случилось? Ничего. Я чё, не вовремя, что ли? И, конечно, припевать лучше хором. Лучше хором. Итак, сейчас я за вас справлюсь. Смотрите, как это делает девочка. А что, нужно колесо поднять, да? Одновременно слегка приподнимать колесо и вытаскивать его сюда. Одновременно слегка приподнимаю. Как это тяжело. Вот так легко и просто мы сняли колесо. Осталось поменять резину и засунуть все обратно. Делов-то. Все, поехали наш на монтаж. Такое ощущение, что я что-то делаю противозаконное. Едем, значит, наш на монтаж, менять покрышки. И потом отвезем колесо обратно и поставим все обратно, как было. Завтра поедем на тренировку. Да, ты тормози, там же тормозят все. Женя просто нервный пилот. Точнее, пассажир. Пилот. Да, ты едешь на машине, которая где-то 2 тонны весит. И тормозишь в последний момент. У меня хорошие тормоза. Ну все, переобули колесо и сейчас поставим его обратно, а завтра поедем на тренировку. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Ну и до новых встреч!